Постараюсь уложиться в 20 минут. Спасибо всем, что пришли на такое замечательное мероприятие, iForum. Если вы знаете, в свое время мы с Денисом создавали конференцию IDC, но сегодня есть самый большой форум, который сегодня уже вот здесь собрал огромное количество людей. Денис сообщил какую-то страшную цифру, классную, 13 тысяч регистраций, чем я всех вас поздравляю, поэтому интерес к IT-экосистеме увеличивается, растет, и у всех у нас есть много возможностей быть полезными друг другу. Немножечко расскажу о том, чем мы занимаемся, IT-венчурс, и потом коротко буквально фандинг-гайд, какие-то небольшие советы на примерах трех наших портфельных компаний, о том, как это происходило, какие ошибки не допускать и что делать, чтобы быстрее и качественнее привлечь деньги у локальных и зарубежных инвесторов. Фонд TA Ventures. То есть на сегодня в нашем портфеле 120 компаний, 39 экзитов, если быть точнее, уже 40. То есть последние мы закрываем вот буквально на днях. То есть активных компаний в портфеле 80. Из них 3 IPO, которые были в компаниях проинвестированных. Ну и 7 лет работы, из них активные инвестиции с 2012 года. С 2010 года у нас была одна инвестиция, 11 еще одна, и потом 15-25 компаний мы ежегодно инвестируем. IRR у нас очень высокий, намного больше, чем у других фондов, которые показывают результаты где-то 15-20 плюс процентов. IRR на экзиты и write-offs, у нас эта цифра 38,5, в среднем она никогда не опускалась ниже 30%, начиная с 2012 года. Период, когда мы держим инвестицию, он небольшой, это в среднем 2,2 года, иногда он больше, иногда меньше, поэтому мультиплы, с которыми мы выходим, они тоже отличаются, это все наши компании. В основном Европа, Америка, есть опыт инвестиций в Латинской Америке, в Африке и в Индии, с достаточным количеством компаний. В Индии у нас 14 компаний, половина из них тоже продана. С нами соинвестируют более 600 фондов, венчурных фондов по миру, private equity фондов, family офисов, всевозможных частных инвесторов, ангелов инвесторов, предпринимателей. То есть всего нетворк более 600. То есть это те теплые контакты, которые мы можем написать и получить ответ на наш e-mail достаточно быстро. Из топ-10 американских фондов 8 являются нашими соинвесторами, из топ-10 европейских фондов все 10 являются соинвесторами в наших 120 портфельных компаниях. География, я вам уже рассказала, это в основном Европа и Америка сегодня. Распределяется она следующим образом, где-то 65% это Европа и 35% это Америка. В Европу, естественно, входит Украина. Из 120 компаний 11 компаний с признаками украинских компаний через фаундеров, которые проживают либо в Украине, либо в Европе, либо в Америке, и две компании, которые делают свои непосредственные ревеню в Украине, но не только. Одна из них это Hitachi Anycars, она работает в Украине и в Польше, вторая компания это Puffetta Renetti, работает в Украине и в Германии. Причем очень активно развиваются две эти компании. Кое-какая информация о наших экзитах. Холдинг период, я уже говорила, 2,2 года, и мультиплы они от 2 и до 26 плюс X на вложенные деньги. Это основные вертикали, в которых мы работаем, стадии, seed, early stage, технологии, в которых тоже мы инвестируем. Ну и посмотрите, что я просто не пересказывала. Финтех, иншуртек – это основные сегодня направления автомотив, мобилити, цифровое здоровье. И еще мы смотрим стандартные такие отрасли, диджитальные – это проптех и HR-тек. Там уже мало что можно сделать, но хорошие инвестиции мы уже сделали в рамках 120 проинвестированных компаний. У нас действует рядом с TA Ventures, действует iClub. Это клуб для тех частных инвесторов, предпринимателей, большей частью из офлайна, которые интересуются технологическими проектами, проектами в сфере диджитал, стартапами, хотят инвестировать в Украину, в Европу и мир. Мы даем такую возможность, открывая часть нашей аллокации на каждом раунде. Например, если у нас есть 500 тысяч или миллион, мы можем 250 или 500 тысяч открыть для клуба, и инвесторы, члены iClub'а могут инвестировать даже с небольшим тикетом в 25 тысяч. При этом инвестиции в украинские стартапы для них абсолютно бесплатно, они не платят ни керри, ни менеджмент фи, абсолютно бесплатно. Таким образом, задача iClub'а максимально мотивировать украинских офлайновых инвесторов, офлайновых предпринимателей инвестировать в технологические компании, в первую очередь украинского происхождения.
из образовательных проектов. Рядом с T-Ventures также есть проект Code Club сегодня. Думаю, что в эту пятницу мы уже закончим. Вот будет у нас более 500 клубов по всей Украине, практически во всех больших городах от 100 тысяч. И более 5 тысяч детей, которые обучаются в этих клубах. Это бесплатные курсы по программированию, практически все языки программирования, разработанные специально Массачусетским технологическим институтом для Code Club. Работают волонтеры, это абсолютно бесплатно. Ни волонтеры не получают за это деньги, ни студенты, ученики не получают, не платят никаких денег за то, чтобы работать в клубе. Поэтому такая глобальная инициатива. Украина стала, кстати, первой, которая присоединилась к этой инициативе в 2013 году. И сегодня все, кто хочет у себя в офисах открыть Code Club, на наших материалах мы представляем это абсолютно бесплатно, обучаем, даем волонтера, если у вас в команде нету, но с одним требованием, что если это в субботу или воскресенье проводятся курсы в вашем офисе для сотрудников, для детей сотрудника вашего офиса, вам нужно будет открыть двери для детей из соседнего района, чтобы они могли бесплатно приходить к вам в офис раз в неделю на полтора часа и учиться в код-клубе. А также мы поддерживаем молодых предпринимателей, которые хотят, IT-предпринимателей, которые хотят что-то делать, но еще совсем не решили, что. Если есть команда, один-два, желательно два человека, которые хотят заниматься IT-бизнесом, строить свой стартап. У нас есть огромное количество моделей, которые еще не реализованы в Украине, готовы этим делиться, общаться. Если кому-то интересно, пишите нам на mail, пообщаемся, познакомимся. Теперь так называемый такой фандрейзинг-гайд, может быть, несколько основных советов о том, что делать и чего не делать, когда вы поднимаете деньги. Я не буду говорить о тривиальных вещах. Многие здесь читают литературу на русском, на английском языке, на украинском. Для вас многие вещи являются очевидными. Поэтому о наблюдениях, которые для нас важны уже с 2010 года и которые могут предотвратить проблему при поднятии денег для молодых начинающих стартапов. Значит, это процесс, который более-менее понятен, как это происходит все. Дальше из важного, по рекомендациям. То есть очень важно, конечно, понимать инвесторов, которые интересуются конкретно вашей вертикалью, конкретно вашим стартапом. Если у вас фокус на Европу, то, соответственно, ищите фонды, которые инвестируют в Европе, сфокусированы на Европу. Если ваш фокус глобальный, смотрите на американские фонды, на глобальные фонды, которые помогут вам развиваться не только на территории Европы, в Украине, но и на глобальных рынках. Очень важно потратить время и изучить как минимум на Crunchbase профайлы всех фондов, которые попали в ваш лонглист, удалить оттуда те фонды, которые не инвестируют в ваши вертикали. Обычно эта информация содержится в информации, которая представлена на Crunchbase и шире. А также внимательно посмотреть на те компании, которые уже проинвестировали эти фонды, дабы не предлагать фондам проинвестировать в ту же модель, которую уже они проинвестировали. Чаще всего действует так называемый non-compete, и фонды не инвестируют в одни и те же модели два раза. Потом, как нужно познакомиться, с фондами? Знакомство, конечно, с партнерами очень важно. Обычно эти люди очень заняты. С молодыми стартапами, конечно, активно пообщаться, но это, к сожалению, чаще всего может ничем не закончиться. Правильнее, конечно, начинать делать фокус на знакомство с аналитиками или associate, или инвестиционными директорами фондов. Очень часто их можно встретить на хороших демо-днях, интересных акселераторов, специализированных акселераторов. А если у вас есть понимание, какая ваша модель, нужно поискать акселераторы, которые привлекали компании к себе на акселерационные программы по похожим моделям или по схожим направлениям. Попасть туда через знакомых, через тех коллег, стартаперов, которые уже проходили акселерационные программы, не обязательно в этом году, может быть, в прошлом, позапрошлом, несколько год тому назад. Достаточно несложно получить приглашение на демо-день такого акселератора или просто купить билет, они стоят недорого, такие демо-дни. Соответственно, там проще всего познакомиться и пообщаться с активными фондами, которые уже на ранних стадиях создают нетворк интересных и потенциально талантливых стартапов, готовы знакомиться, открыты к общению. Обычно они не оверкрауды, там не очень много людей, и можно нормально поговорить, познакомиться. Лучше всего строить отношения в длинную, то есть не с первого контакта что-то предлагать, о чем-то просить, встретиться один или два раза.
То есть делайте фокус не только на партнеров, вывод, но и на аналитиков, ассошиэтов, инвестиционных директоров, которые занимаются желательно вашим направлением в фонде. В фондах все раскладки, а потом кто чем занимается, какой из партнеров, тоже есть на профиле. То есть потратьте на это время, изучите, потому что если вы будете писать одному партнеру, оно не всегда может попасть тому партнеру, который конкретно занимается той или иной вертикалью. Там это описано, пишите тому, кому нужно. Или старайтесь искать на мероприятиях тех партнеров, инвестиционных директоров, которые занимаются конкретно вашей вертикалью или вашим направлением. Так, что еще важно? Нетворк. То есть, конечно, лучше всего, если вас кто-то порекомендует, это оптимальный вариант, кто-то порекомендует или из компаний стартапов, которые были проинвестированы, или из сотрудников этого фонда или дружеских фондов, которые сотрудничают с тем фондом, на который вы смотрите. Лонглист должен превратиться в шортлист. То есть писать всем и вся, это, конечно, хорошо, но может занимать много времени и ненужных встреч. Шортлист — это тот лист, который вы составите методом фильтрации, удаления тех фондов, которые не инвестируют вашу вертикаль или которые уже имеют в своем портфеле компанию с той же моделью. Еще очень важно, конечно, пообщаться с нетворком, в первую очередь предпринимателей, и поспрашивать тех предпринимателей, которые получили инвестиции от этого фонда. Вплоть до того, что работает хорошо, если вы просто даже напишите стартапам, компаниям, которые содержатся уже в данном фонде, и спросите их мнение о работе с фондом, о работе с определенным партнером фонда или с партнерами фонда. Это всегда будет очень полезно. Анализировать инвесторов не менее важно, чем анализировать потенциал вашего стартапа, потому что в зависимости от того, с кем вы поженитесь, собственно, компания может так и побежать. Первые инвесторы очень важны, то есть первые инвесторы задают тональность и тон тому, как дальше будет развиваться компания, как легко ей будет привлекать деньги. На известных, талантливых инвесторов с хорошей репутацией всегда можно будет привлечь еще больше инвестиций, помочь компании глобализировать свою активность и развиваться на других территориях. Так, это мы уже, что еще вам из интересного? Да, по профилю фонда мы уже поговорили. Но sales pitch, наверное, никому не нужно говорить. Как это должно звучать? Нужно иметь заготовку от короткого до длинного. Короткий – это от 30 секунд до 1 минуты, до длинного – до 10 минут и плюс развернутого питча, который содержит всю важную информацию о том, что делает конкретно ваша компания, как происходит монетизация, на каких рынках она работает, похожие модели, команда и какой-то пайплайн и roadmap продукта на ближайшие 2 года. Дальше заходить не нужно, потому что мы все равно так далеко не смотрим. То есть хотя бы иметь готовность на ближайшие 12-18 месяцев. Это звучит более реалистично. Очень плохо, когда стартапы не ориентируются в цифрах по своей компании, не знают цифры, все на зубок подглядывают в материалы. Это плохо очень звучит на первых же встречах и негативно влияет на реакцию фонда, инвестора и желание проинвестировать. Конечно, есть еще много скрытых нюансов, которых вы, наверное, знаете, которые тоже влияют на то, да или нет, скажет фонд. Например, допустим, в компании, которые созданы мужем, женой, редко инвестируют компании, фонды инвестируют брат, сестра, все какие-то кровные связи очень плохо влияют на инвесторов. Соответственно, лучше всего, когда приходит команда из 2-3 коллег, которые имели, очень важно, опыт общения, желательно больше 3-5 лет, которые или учились вместе, или работали вместе, или работали в таких индустриях, которые являются комплементарными конкретному данному стартапу. Это очень важно. Немножко нужно подгонять фонды, потому что это не потому, что они такие там злые или специально ждут, когда у стартапа закончатся уже деньги, и вообще наступит плавная смерть от отсутствия просто ликвидности и финансов. Чаще всего у фонда, особенно у больших фондов, есть процессы, которые сложно ускорить. Поэтому рассчитывайте лучше не на оптимистический сценарий поднятия денег в течение месяца, а на пессимистический сценарий поднятия денег в течение полугода до года, в зависимости от того, в первом или втором раунде поднятия инвестиций вы находитесь. Конечно, еще очень важно понимать roadmap по привлечению капитала на следующем раунде. То есть, соответственно, понимая, что в среднем стартапы поднимают деньги на 18-24 месяца, соответственно, понимать рост и развитие компании в этот период, желательно таким образом, чтобы обеспечить инвестору увеличение, и вам тоже увеличение стоимости компании хотя бы в 2x, 2 раза от момента поднятия денег. Составьте себе список вопросов, всех вопросов при
от приятных до самых неприятных, будьте готовы на них ответить сразу. То есть умение реагировать быстро – это то, что нас отличает. Отличает стартапов, стартапы и отличает те стартапы, которые потенциально могут получить финансирование. Умение реагировать на очень нестандартные ситуации, вопросы, ряд неприятных, допустим, вопросов, ситуативных вопросов, которые всегда есть в заготовках у фондов. Если представить, допустим, мы смотрим каждый год 2-3 тысячи компаний, не просто смотрим, перелистываем, но общаемся, у нас скайпы с ними, переговоры, личные встречи. Соответственно, уже на животном уровне есть понимание, какие компании инвестировать, в какие нет. Соответственно, так это работает. Юристы, очень важные люди, перед нами выступали, не забывайте общаться с ними, потому что, и, кстати, вычитывайте документы сами, если вы уже сделали стартап, абсолютно точно относитесь к категории очень умных людей, поэтому прочитать юридические документы вы точно сможете. Из хороших новостей, с точки зрения юридических документов, термшитовой документации, которая необходима для проведения due diligence, сейчас ничего нового в мире венчурного инвестирования нету, поэтому есть стандарты, документы достаточно простые, никто никого не хочет обмануть, все достаточно просто и прозрачно. Обе стороны очень пекутся своей репутацией. То есть венчурные фонды хотят, чтобы у них репутация была на самом высоком уровне, для того, чтобы компании, стартапы проинвестированные, не проинвестированные, хорошо о них отзывались, даже если они не проинвестированные. Поэтому никто не хочет портить себе репутацию, никто не хочет искусственно создавать какие-то закавыки или сложности, но просто читайте документы. Бывают всякие случаи, от странных до анекдотических, когда просто из-за того, что стартапы не вычитывали правильно документацию, происходили неприятные ситуации по подписанию договоров. Читайте внимательно документы. Особенно важные моменты – это оценка компании. Особенно важные моменты – это то, какая доля ESO будет зарезервирована за командой. После поднятия раунда, сколько останется акций у каждого из предыдущих инвесторов и у команды в первую очередь. И о том, как будет предоставляться финансирование сразу или частями. И многие другие простые, но понятные вопросы, которые вы должны внимательно пройти уже в процессе переговоров с компанией и закрепить это в термшите. Due diligence тоже важный момент. Очень часто он может затянуться и привести компанию к банкротству, поэтому старайтесь максимально четко и сразу оговорить сроки команду due diligence с обеих сторон. Это ускорит все необходимые процессы. Несколько кейсов расскажу еще. У нас как раз 3 минуты, по минуте на кейс. Вот смотрите, компания, одна из компаний наших, это B2C travel платформа, лидогенерация. То есть компания поднимала 3 миллиона финансирования. Часть обязательств, которые компания на себя взяла, не была выполнена. Была очень большая конкуренция. Тревел-сегмент очень тяжелый. Фаундеры, которые приходят не из тревел-сегмента, обычно рискуют очень сильно. Маржинальность очень низкая. Есть определенные фишки, по которым она увеличивается, как это все работает, в зависимости от вертикали. Поэтому надо знать рынок, чтобы в него заходить. Команда была достаточно сильная. Не все были из этой вертикали, но тем не менее команда справлялась с поставленными задачами. Что было сделано? То есть мы понимали, что надо собрать неадекватно большое количество потенциальных инвесторов, которые могут проинвестировать в компанию. Был собран список в 150 инвесторов, 150 инвесторов, которые заинтересованы были рассматривать кейс. Было предано огромное количество общений, собеседований с командой. Due diligence тоже был проведен не один, а более 10. В итоге пул был уменьшен до 70 потенциальных инвесторов. Все эти лиды были теплыми, то все абсолютно инвесторы на предыдущих раундах подключились, все давали теплые лиды, рекомендации, был сделан специальный расшаренный файл, в который все инвесторы, члены команды давали свои ноутс по результатам проведенных встреч. То есть все было сделано так, чтобы ни одна встреча не была без комментариев того или иного члена команды или команды инвесторов, которые знают что-то о том фонде, который рассматривался как потенциальный инвестор. То есть все очень навалились на эту проблему коллективно, проблему решили, компания подняла деньги. Только благодаря тому, что все предыдущие ангелы, инвесторы на самом деле очень много сделали, очень много контрибьютили, предлагали много интересных, полезных контактов и даже в некоторых случаях лично участвовали в переговорах и встречах, помогая компании поднять средства. Соответственно, сегодня все отлично у компании, подняли деньги, следующий раунд, все очень класс. Вот. Следующая компания – это компания Miracle Booking System.
Это SaaS-модель, возможность интегрироваться на стороне клиентов клиник. Тоже была интересная ситуация у нас, когда компания оказалась на грани банкротства, потому что сначала она рассматривала себя как C2C-модель, потом переметнулась на B2C, переметнулась на B2B. И это было очень правильным решением. Сотрудничала с очень сложной системой здравоохранения в этой отдельно взятой стране. Пришлось, к сожалению, чтобы спасать компанию, сделать называемый turnaround, полностью оценить компанию в ноль, сказать инвесторам, кто не готов участвовать, теряет полностью свою долю, кто готов участвовать, имеет специальные возможности проинвестировать определенную сумму выше, чем предыдущая инвестиция, не выше, а на сумму, которая дает им долю, превышающую в разы их предыдущую долю с предыдущей инвестиции, что было сделано. В итоге раунд был очищен от инвесторов, которые не захотели участвовать, остались только несколько, которые путем небольшой инвестиции увеличивали свою долю в компании, соответственно, вошли в борды, помогали уже непосредственно компании развивать свою деятельность, конкретно в этой стране. За небольшой период, в меньше чем 2 года, компания стала лидером на этой территории, подняла еще один раунд инвестиций. Соответственно, те инвесторы, которые поверили в turnaround, остались довольны. Команда тоже не потеряла свои 15%, которые она имела изначально. ИСОП команды был 15%. Имеет еще дополнительный опцион на увеличение своей доли до 5% с лишним. Это один из примеров того, что нужно тоже не бояться так называемых turnaround'ов, делать, идти на них в случае, если это необходимо для того, чтобы компания продолжала работать. Тут мы наблюдаем полный пивот, то есть компания изменила абсолютно полностью модель и начала, по сути, с нуля через 2 с лишним года своей деятельности. Сегодня тоже в компании все хорошо, она лидер на рынке. Ну и быстро, если еще есть минутка, кейс третий. То же самое, то есть тема turnaround'а, она сейчас достаточно, кстати, популярна. Мы наблюдаем много таких кейсов из-за того, что снижается возможность финансирования. То есть все очень внимательно сейчас смотрят, кто кому, на каких условиях дает деньги. И в Америке, и в Европе. То есть деньги есть на хорошие проекты. Те проекты, которые испытывают какие-то проблемы, испытывают проблемы в поднятии денег. Поэтому тема turnaround'а становится достаточно очень актуальной. Ее бояться не нужно. Вот у нас еще один кейс, который был с компанией в Европе тоже, где мы сделали, по сути, turnaround. Тут еще интересная ситуация была, когда для того, чтобы очистить каптейбл от инвесторов, которые не хотели поддерживать компанию в новом turnaround-раунде, было условие 6x ликвидационной преференции. Соответственно, те, кто не хотел или не готов был идти на них, они ушли. Мы тоже были одни из тех, кто поддержали компанию. Компания очень классно сейчас перформит. И уже спустя 6 месяцев после turnaround'а компания, соответственно, готовится к M&A, показывает очень классные результаты, команда осталась. Еще один интересный момент здесь. Когда не было денег, ликвидности в компании, они договорились с IT-командой, которая без зарплаты работала определенное количество месяцев за то, чтобы конвертировать долю в зарплату свою в долю, увеличение своей доли в компании. Но для этого, конечно, должна быть команда, которая в это верит. В Украине, кстати, это делать проще, чем на территории европейской той страны, кейс, который я вам сейчас рассказываю. Но это те меры, на которые компания пошла, была вынуждена пойти, команда ее поддержала. Таких примеров у нас очень много. Я вам желаю всех больших успехов в фандрейзинге. В Украине тоже можно найти деньги и достаточно несложно, если у вас классная команда, интересный продукт, если вы развиваете бизнес, который интересен, не обязательно на глобальном рынке, но и даже на локальном рынке. Я еще раз хочу сказать, что у нас много интересных есть моделей, которые мы видим и понимаем, что могут развиваться даже в рамках отдельно взятой страны Украина, не говоря уже о том, что есть проекты, которые могут работать как региональные лидеры, будучи построенными на Украине. Спасибо за внимание и удачи в бизнесе. Thank you.